Своим детям мы хотим дать самое лучшее. Мы покупаем лучшие игрушки, одеваем их в красивые наряды. Но особенно трепетно каждая мама и каждый папа относятся к вопросам развития и образования своих малышей. Если вы хотите развивать ребенка с самого раннего возраста, то вас с радостью ждут в детском центре «Вундеркинд». О том, нравятся ли ребенку занятия, лучше всего говорят его горящие глаза. Но чтобы зажечь в малыше свет истинных знаний, педагогу самому нужно гореть своим делом. Именно такой горящий коллектив из 12 педагогов работает в детском центре «Вундеркинд». Начиналось это все с маленького кабинета. Мы открывали кабинет для мамы, потому что она у нас логопед-дефектолог с большим опытом работы. Потом мы поняли, что есть отклик, и решили взять второй кабинет. Вопросам логопедии в детском центре «Вундеркинд» и сегодня отведено особое место. Ведь речевое развитие детей – это основа основ любого обучения. Но постоянное стремление к росту – хорошая черта «Вундеркинда». За 4 года работы они выросли от одного кабинета до полноценного центра, который предлагает на выбор 18 направлений работы. От раннего развития, которое, к слову, здесь начинается с 1,5 лет, до помощи при подготовке к итоговым школьным экзаменам. Для самых маленьких «Вундеркиндов» здесь разработана программа «Арт-студии». Развивая мелкую моторику, ребенок с самого раннего возраста развивает речь, мышление, учится общаться в коллективе, что, безусловно, важно для каждого малыша, который только ожидает путевку в мир детского сада. Всегда ему надо на занятия, всегда дома рисует, показывает рисунки. Это я вот нарисовал сам, мамочка, очень, очень ему нравится. А вы планируете в дальнейшем оставаться с Вундеркиндом? Да. Что планируете? Английский язык планирую. Лицей для малышей и подготовка к школе – это следующая возрастная ступень вундеркиндов. Здесь у нас в первом кабинете проходит подготовка к школе, кубики Зайцева, лицей для малышей. Мы учим здесь не просто чертить и красить эти квадратики. Мы здесь учим читать по слогам, примеры. Они знают десятки. Мы спокойны и уверены в том, что ребенок идет в школу уже подготовленный со всем багажом знаний. Занятия в центре кипят каждый будний день с 9 утра до 8 часов вечера. Готовя малышей к школьной жизни, здесь используют самые популярные методики, одна из которых – обучение чтению и грамотности по кубикам Зайцева. Попробовав заниматься в вундеркинде, дети и их родители остаются в центре на долгие годы. Мы пришли сюда 2,5 года назад с проблемами произношения, потому что у нас не было звуков, не было постановки. За 1,5 года нам поставили звуки, наш ребенок стал отлично выговаривать все буквы, без запиночки, очень четкая речь у нас, произношение хорошее. И мы, судя по тому, какие у нас здесь преподаватели отличные, мы решили сюда ходить на подготовку в школе. Вот сейчас мы уже завершаем, так сказать, подготовку. Впервые этим летом детский центр «Вундеркинд» запустил проект по организации детских тематических лагерей. Наши детки, которые ходят на подготовку к школе, они спрашивали, можно ли у вас как-то летом задействовать детей. Но мы решили, что откроем именно тематические летние лагеря. Смена в этих лагерях длится 10 дней. И, как обещают в центре, треть месяца, проведенная здесь, станет незабываемым летним приключением в мир географии, шахмат или иностранного языка для каждого ребенка. Найти детский центр «Вундеркинд» очень просто. Он расположен на 2-м этаже офисного здания на пересечении улиц Красной и Полковой. Для своих клиентов здесь всегда проводят акции и действуют скидки, за обновлением которых можно следить на страницах в социальных сетях. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».